Сударыня, позвольте. Эй. Я могу прочитать вам стихи? Белеет парус одинокий в тумане моря голубом, что ищет он в краю далеком, что кинул он в стране родной. Белеет парус одинокий в тумане моря голубом, что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном. Ну ладно, все. Действительно, на этом мое знание Лермонтова, к сожалению, заканчивается. Друзья, почему мы, собственно, танцуем? Почему мы кружимся в вальсе? Почему я читаю Лермонтова, Таня? Да потому что в Тюмени прошел школьный бал, а посвящен он был 200-летию, да, со дня рождения великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, с чем мы вас и поздравляем. А как прошел этот бал, мы вам покажем. Подожди, а как там дальше? Ты молодец. Парус одинокий. Одинокий. В море голубом. Да.